Всем привет! Сегодня мы с вами сплетем таких милашных мордашек в технике кирпичного плетения. Я думаю, что это хомячок, хотя и на мишку тоже похоже. Как вы думаете, на кого похоже больше? Для этого нам понадобится 4 цвета бисера, колечко или карабинчик. Возьмем 50 сантиметров лески и на один конец лески набираем одну коричневую, одну белую бисеринку. Одну белую бисеринку спускаем вниз, а коричневую пронизываем вторым концом лески навстречу друг другу. Затягиваем. Для этого можно сложить два конца лески и тянем коричневую бисеринку на центр нашей лески. Далее мы набираем одну белую бисерину, пронизываем и затягиваем. Леска должна пройти крестиком через нашу бисеринку. Тянем хвостики лески. Затем также набираем 4 коричневых бисеринки одна за второй. Если вы хотите сделать брелок, то тогда набираем на одну леску колечко или карабин и этой же леской проходим по кругу через верх в эту бисеринку и затягиваем. Теперь мы начнем плести в технике кирпичного плетения. Я воспользуюсь помощью иголки для бисера. Для этого свою леску я утончаю немножко на краю, либо можно немножко прикусить, либо зажать между ножницами и протянуть вот таким вот образом, чтобы кончик у нас стал плоский. И тогда он легко проходит в бисерную иголку. Подтягиваем. Я использую леску 0,3 мм, она достаточно толстая и завязывать узелки здесь не нужно. Кладем наше плетение между указательным и большим пальцем. Мы набираем одну коричневую бисерину и пронизываем первую петельку между бисеринками. Подтягиваем. Перехватываем леску и теперь иголкой выходим снизу в эту бисеринку, перехватываем иголочку, подтягиваем. Очень ответственный момент. Мы здесь должны хорошо плотненько потянуть две лески. Поддерживаем пальчиками наше плетение. И вот таким образом у нас становится первая бисеринка. Далее мы набираем еще одну коричневую бисеринку. И теперь мы пронизываем навстречу на себя следующую петельку между бисером, подтягиваем и выводим иголку снизу в последнюю бисеринку, перехватываем иголочку, подтягиваем, снова набираем одну коричневую бисеринку. Пронизываем петельку между бисером. Подтягиваем и выводим иголку снизу. По такому же принципу мы с вами плели уточек. Вы можете посмотреть, вот здесь вот будет сейчас подсказочка.
мы уже сплели 3 бисеринки и набираем последнюю 4-ю бисеринку. И точно так же пронизываем следующую петельку между коричневой и белой бисеринкой. И выводим иголку снизу в коричневую бисеринку. Подтягиваем. Затем набираем одну белую бисеринку и пронизываем. Подтягиваем, выводим иголку снизу. Подтягиваем, снова набираем одну белую бисеринку. Пронизываем последнюю петельку. Подтягиваем и выводим. Мы сплели с вами 2 ряда. Для плетения 3-го ряда переворачиваем наше плетение. Пока плетем, не обращая внимания на вот эту леску, которая выходит снизу, работаем только верхней леской. Набираем 2 белые бисеринки, пронизываем навстречу на себя леской в последнюю петельку, подтягиваем. Можно прихватывать леску возле большого пальца и в последнюю бисеринку выводим иголку, подтягиваем. Далее набираем одну черную бисеринку для глаза. Заводим иголку в петельку, подтягиваем, подхватываем леску и выводим. Хорошо подтягиваем. Теперь набираем одну коричневую бисеринку и делаем точно так же. Еще набираем одну коричневую бисеринку. Заводим в петельку между бисером, подтягиваем, выводим иголочку снизу, подтягиваем. И набираем последнюю коричневую бисеринку в этом ряду, цепляем петельку между бисером, пронизываем. Вот таким образом я подхватываю пальчиками леску и выводим иголочку снизу. Подтягиваем. Третий ряд готов. Переворачиваем наше плетение и теперь набираем 2 коричневых бисеринки. Цепляем первую петельку, подтягиваем, подхватываем леску и выводим иголочку снизу в последнюю одну бисеринку. Эта бисеринка остается свободной, в нее мы иголочкой не проходим. Снова набираем коричневую бисеринку. Этот ряд мы набираем 5 коричневых бисеринок подряд. Набираем последнюю белую бисеринку, снова цепляем петельку, выводим снизу в бисеринку,
мы закончили четвертый ряд. Для пятого ряда переворачиваем наше плетение и набираем 4 коричневых бисеринки подряд по одной. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь, поддерживайте это видео лайком, смотрите другие мои видео. Теперь набираем одну розовую бисеринку, пронизываем петельку, подтягиваем, подхватываем леску, выводим. Набираем последнюю коричневую бисерину и пронизываем иголкой последнюю коричневую бисеринку в предыдущем ряду. Выводим иголочку, подтягиваем и выводим иголку снизу последнюю бисеринку. Переворачиваем наше плетение. Набираем одну коричневую бисеринку и пронизываем последнюю петельку. Выводим иголочку, подхватываем леску и выводим иголочку снизу. Подтягиваем и набираем последнюю коричневую бисеринку, пронизываем петельку, подтягиваем. И выводим. Одна половинка нашей фигурки уже готова. Будем закреплять нашу леску. Для этого мы выводим леску через следующую бисеринку предыдущего ряда. И проходим в хаотичном порядке несколько бисерин. Хорошо подтягиваем и обрезаем леску. Первая половинка полностью готова. С другой стороны делаем все точно так же. Набираем одну коричневую и пронизываем первую петельку. Прихватываем леску и выводим. Теперь мы можем ориентироваться на вторую половинку нашего плетения. Здесь у нас должно быть точно так же, как и во втором ряду, то есть 4 коричневых бисеринки и 2 белых. Начинаем делать этот ряд.
Он увеличивается на пол бисеринки от предыдущего. Для этого мы набираем 2 белые бисеринки, пронизываем первую петельку, подтягиваем и выводим иголку только в одну последнюю бисеринку. Подтягиваем. Теперь набираем 1 черную бисеринку, пронизываем петельку, подтягиваем и выводим. И набираем еще 3 коричневые бисеринки. Переворачиваем и делаем следующий ряд. Набираем 2 коричневые бисеринки сразу и пронизываем петельку. Подтягиваем, выводим иголку, последнюю коричневую бисеринку. Итак, мы набираем 5 коричневых бисерин и 1 белую. Теперь делаем 4 коричневых, 1 розовую, 1 коричневую. Переворачиваем наше плетение. Последнюю коричневую бисеринку пронизываем. Последнюю коричневую бисеринку предыдущего ряда. Подтягиваем и выводим в эту бисеринку. Придерживаем пальчиками, хорошо подтягиваем. Переворачиваем наше плетение. И набираем последние 2 бисеринки. Вот мы и закончили наше плетение. Зафиксируем леску. Снова выводим леску в несколько бисерин. Если иголочка тяжело проходит через бисеринки, можно помочь себе плоскогубцами. Хорошо натягиваем леску и обрезаем. И вот такой милашка у нас получился. Я показывала вам, как плести на черной леске, чтобы было лучше видно. Этого я сделала на мононите 0,2 мм толщиной. Планирую сделать серию таких классных мордашек, так что подписывайтесь на мой канал и ждите выхода нового видео. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк. До новых встреч!